Ну привет, друзья! Сегодня иду я, в общем-то, домой, зашел в магазин и тут вижу, опа, кокос, друзья, настоящий сибирский кокос. И у меня, как у Нажимана, сразу возникла мысль, так, кокос, где-то я слышу про тесты на кокосе. Я толком-то их даже не смотрел, ну да ладно. В общем, взял я кокос, взял нож единственный, который у меня лом, в принципе, такой остался. Особо-то ломов нету, но один, кстати, скоро появится. Не лом, а даже скорее лагерник. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, друзья. Ну и давайте что-то как-то попробуем потестировать. Я думаю, он справится. Люди видели мои тесты вот этого ножа Cold Steel Counterpoint на кирпиче. Я и колол вот так вот кирпичи, и просто вот так вот замок испытывал. Кто-то скажет, бред. Ну да, бред, но зрелищно, друзья, интересно было. Ну, в общем, ссылочки я добавлю под видео на обе части данного теста. Ну и, в общем-то, я не думаю, что раз уж кирпич не смог сломить этот Cold Steel Counterpoint, то как-то кокос его сломит. Если что, вот поможет нам Victorinox, друзья. В общем-то, вот это основное оружие, это оружие поддержки. Думаю, пилой его, если что, распилим. Ну, посмотрим. Не суть, друзья, я ни разу не смотрел, по-моему, толком эти тесты. А если смотрел, то давно, я не знаю, что тут вообще тестировать, как это вообще все происходит. Ну и давайте что-нибудь попробуем. Нифига. Не такое уж он и... Ух ты, сейчас по всей кухне это разлетится. Так, ну тут вообще я слышал, что как-то остриё так тестируют. Ну посмотрим, я не думаю, что это остриё напугать. После кирпича можно кокосом. Возможно, оно подзамнется, но не беда, поправим. Ну ничего, со стоем, в общем-то, вроде не происходит. Ну вообще, конечно, такой этот скорлупа этого кокоса достаточно мощная. Интересно, как негры в Эфиопии, в Африке, разделывают эти кокосы. Что-то белое показалось. Так, ну давайте. Интересно, какое блюдо можно приготовить с кокосом? О, а это типа кокосовая стружка, да? Я не знаю, друзья, как все это вообще обычно происходит. Ну давайте, ладно, что-нибудь поделаем. Типа тест острия, да? Тест режущей кромки. А не проще ли шило из Victorinox достать вообще? Продырявить этот кокос. Ну, походу, что мне не проще. О! Что-то мы докуда-то там добрались. Или достать пилу и... В общем-то... О, нифига, он все трескается. Там вода, наверное, какая-то должна быть. Кокосовое молочко, друзья. Или это так? Фольклор. О, натуре кокосовое. Во! Так, ну что? Я не знаю, может попробовать это испить, нет? Ну ладно, попробую. Ну, нормально, достаточно прикольно. На вкус, конечно. Ну вот и, собственно, сам вот такой вот кокос. Ну давайте попробуем кусок мякоти его съесть. Интересно, что из них готовят он? Редька какая-то, друзья, на вкус. Короче, видимо, наш сибирский кокос на вкус, в принципе, как-то не очень оказался. Вот эта вот жижица внутри него, ну, достаточно вкусная, ну так, как бы редька да редька. Давайте попробуем попилить. О, а, по пальцу заехал пилой. По пальцу. Сейчас у меня... Так, ну давайте вот так вот. Допили, друзья. Ну, по сути, примерно то же самое, что дерево. В общем-то. Ну, по сути, ну, дерево то же самое. В принципе, как с деревом у нас справляется, так же с кокосом.
Ну, в общем, весь кокоса кровью своей заляпал. Ну, кто скажет криворукий, ну. Ну, блядь, бывает. Той. Ну да. Ладно. С пивой все понятно. В принципе. Ну давайте, пока я совсем кровью не истек, шило потестируем. Сразу в Викториноксе. На вот этой вот стороне. Я думаю, никаких проблем не возникнет. В общем-то. Осталось сейчас еще, чтобы шило на пальце мне сложилось. Для полного кайфа. А в принципе, я ничего не собираюсь вырезать. Как есть, бывает. Ну, в общем-то, друзья, вот мы отверстие проделали. Ну, в общем-то, вот он кокос. Вот наши бойцы. В принципе, как-то так, друзья. Никаких проблем мы не справились. Будет ли тесты на кокосах появляться еще на моем канале? Да не знаю, что-то особо интересного мне он не показал. Все равно, что по сути по дереву ножи тестировать. Но с одной стороны было любопытно, что узнать то, что внутри нашего сибирского кокоса. Ладно, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания. Друзья, ну и что ж, небольшое дополнение к видосику. Давайте на режущую кромку ножа посмотрим. Бумажку, я думаю, смысла нету резать. Ну, вы видите. Ну, где-то небольшие заминчики, по-моему, все-таки появились, друзья. Ну, в целом, несущественные. Возможно, они раньше были. Ну, с пилой, соответственно, вообще ничего не случилось. Она пила, она и в Африке пила. Давайте на шило посмотрим. Ну, тоже каких-то проблем с ним, в общем-то, не случилось ничего с этим шилом. С пальцем у меня все тоже в порядке. Небольшой, неглубокий порез. Ну ладно, друзья, все, что хотеть сказал, я сказал. Еще раз до свидания и всех благ.